Мадонна Боттичелли. В имении, оставленном врагами, среди картин, среди старинных рам, с холста в тяжелой золоченной раме, Мадонна тихо улыбалась нам. Я перед нею снял свой шлем ребристый, молитвенно прижал его к груди, боями озверенные танкисты забыли вдруг, что ждет их впереди, лишь о тепле, о нежном женском теле, о мире каждый в этот миг мечтал. Для этого, наверное, Боттичелли Мадонну светлоликую создал. Для этого молчания, для восторга парней, забывших, что такое дом, яснее батальонного парторга, Мадонна рассказала нам о том, что милостью окажется ранение, что снова нам нырять в огонь атак, чтобы младенцам принести спасение, чтобы улыбались женщины вот так. От глаз Мадонны, теплых и лучистых, с трудом огромным отрывая взор, я вновь надел свой танкошлем ребристый, промасленный, свой рыцарский убор.